Итак, трайаут 11-12 августа в полном разгаре. С нами ребята уже такие повзрослее, помощнее, покрупнее. И с одним из ребят талантливых мы сейчас как раз и познакомимся. Давайте. Алексей Мезенцев. Да, рассказывайте, какой город представляете, какую академию. Краснодар, частный футбольный клуб «Кристалл» называется. Отлично. В течение двух дней, как твоим по ощущениям, что удалось показать, что не удалось показать? В основном был какие-то индивидуальные действия, были дриблинг очень хорошо получался. Мне очень хорошо получалась передача из-за того, что не сильно привык играть на натуральном газоне, но очень сильно понравилось на самом деле. Так, еще это не очень получалось отыгрывать в обороне, немножко скользко. Это все связано с газоном, верно. И в основном надо было привыкать, надо было привыкнуть в первый день, а я этого не особо как-то сделал. Поэтому все свои качества, сильные, слабые стороны смог показать, типа, напрямую. Чтобы хорошо взаимодействовать с ребятами по такому полю. Передача низом. Но на самом деле могу сказать то, что все равно мы здесь смотрим чуть глубже, да? Скауты отметили твой потенциал, и напрямую с тобой выйдет на связь футбольная школа УОР-Сатур. Это крутая футбольная школа в Подмосковье. Это самый крутой интернат футбольный, который есть в Москве. На базе Сатурна, как ты знаешь, жила сборная Португалии. У них вообще уникальные условия, очень крутые футбольные тренеры. И ты получишь возможность там пройти просмотр и уже, соответственно, зачислиться в их академию. Как тебе результаты твоего трайаута? Я очень сильно доволен. Прям благодарствую всем. Давай, мы тебе желаем удачи. Интересный мальчишка, талантливый мальчишка. Развивайся, двигайся вперед и уверены, что все у тебя будет хорошо. Спасибо большое.